Вот они. Дим. Красотуля, бля. Красотки. Вон какой. Низкий какой-то. Низкий какой-то. Это что он получается? Низковатый. Ну, а тут получается. Раз. Как раз две шляпки, нормально, салото. Тут вот еще один стоит. Ну, паровой. Вот он. Так. Красотки. Какая. Уже мягкий. Два. Бычок. Три. Еще два бычка. Четыре. Пять. Вот они. А, плагиат. Плагиатный. Вот и этот красавчик. Ну ладно, цепочкой, вот еще один, еще один.
грядочку растут. Раз, два, три, четыре, четыре, пятый. Солдат. С пачку. Сигарет. Вот еще красавчик. А это тут не заметили. Нифига. Вон какой.
Ну, какая крупная земляника. Зарылся. Беляшка. Зарылся. Зарылся. Пан какой. Муравейки делают, не знаю. Не думаю. Опять зарытые. Муравьи. Муравьи пластаются. Вот смотрим, получилось круг у нас. Вот он один. Дальше второй. Дальше третий. Дальше четвертый. Дальше пятый. Дальше шестой. Дальше седьмой. Дальше. Восьмой. Дальше. Девятый. Вон, получился ровно полностью круг этих грибов. Начиная вон от того. И заканчивая вот этим.
Ловкий. Растут. Лилия, все взгляды, все лепесточки, все свои пестики подставляет солнышку. Каждая. Растет.
мягкий. Сесть, сесть надо. Сесть. Сесть. Уже опух. Уже сесть. Вообще кабан. Вон пришли. Такой. Такой. Ну это вообще какой-то. Раз, два. Раз, два. Три пачки. Три пачки у нас. Такой вот гриб. Такой вот гриб. Такой вот гриб. Вот какой он. Вот поры открылись. Споры открылись и выпустили споры. Да. Красотка. Опачки. Притаился. Хитрый. Шаровался как. На большой ножке. Ой, растет. Красочки. Ой, растет. Боровик красавчик. Ну вот, смотрим. Красавцы. Сколько пачек у нас? Раз, два, три. Три пачки. Давайте посмотрим. Так. Гриб еще нормальный. Угу. Красавчик тоже. Окей. Вот три брата. Три брата.
речка Рудманцева вот такая маленькая. Вот такая маленькая. Ну вот с маленьким даже и тяжеловато тягаться. Вот. Ладно. Вон еще партия. Вон она. Ведьмина. Ведьмина круги. Пойдем к тем посмотрим, что такое-то у нас. Вот это боровы. Этот боров вообще, наверное, раз пачка. Два. Два. Три. Четыре. Четыре пачки. Четыре пачки. Вон какой. Тут у нас кто стоит? Тут у нас вон какой красотка. Вон какой. Вон пачка. Вот нас. Ох, какой. Красотки, бля. От дождика спрячемся. Под, от дождя, под грибом. Вон какой гриб громадный. Вон он. Какой красавчик. Красавчик. Ну тут две пачки. Две пачки ротманца. А там кто? А тут еще один. Тут еще один. Вообще тоже отдыхает. Пачка ротманца тоже отдыхает. Вон какой здоровюга. Вон какая здоровюшка. Вон какой. Вон. Да. Картинку даже не влазит. Вон они. Везде. Такие. Такие. Красавцы. Красавчик. Как его заметишь? Вон какой. Оказался. Красотки. Пачку ротманца. А там что такое еще? Опаньки. Тоже пачка ротманца отдыхает. Вон еще один. Ой. Вон, так получилось. А тут вон еще тоже. Вот он шляпа. Шляпа. Шляпа-мяпа. И вот он. Тоже ротманец. Итого мы имеем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть грибов. Шесть грибов. Три,
Ну вот кучку вот эту, она запах дает. К березе подходите, понюхали, и запах есть, то значит вип есть. А тут у нас вот такой красавчик. Сейчас посмотрим. Какой у нас такой вот красавчик. Пачка Ротманса, нормально. Сигарету, короче. Прячемся от дождика. От дождика прячусь под грибы. Зонтик. Хорошо помогает. Не мочит. А дождики сейчас частые. Ну, гриб без дождика не бывает. А там вон какие. Тоже красавцы. Поганки. Сколько там их насеялось, не знаю. Много что-то. О, маленький лезет. Вот такой, короче, вид. Поганочный. Эх ты какой красавчик. Ну вот, постриг с одного семейства. По размеру вот они. Пачка примерно. Такие. Вот она семейка. Ведьмин круг или ведьмино кольцо. Все по кругу росли. По кругу вот этой кочки. Какая-то кочка, возвышенность, лесок по кругу. Этих срезал. А там-то еще один какой. Красотка. Вот он какой маленький. Вот они красавчики. О, красавчики. Кочку погнул.
Штука какая-то. Вот. Ой, какая красотка. Вон мало, может, у тебя тоже затаренный. Вот один. Пачку. Вот второй. Тоже с пачку. Ну все, снимаем. Давайте посмотрим, что настало через двое. Через двое суток. Да он практически с места не выполнился. Какой был, такой остался. Какой был, такой остался. Пойдем в другое место. Вон какой красавец. Через двое суток у нас получается. Вон какой он. Красавчик. Это тоже что-то не хватает ему. Не растет у тебя. А этот, о, тройка. Тройка богатырей получилась. Пачка тройки. Какие они. Крокодилы. Через двое суток это вот они выросли. Вот таких красавцев. Внимание. Богатыри. Ладно. Еще богатыри. Грибов. Рассейка грибов. Вот уже старик. Сделаем примерно вот такую вещь. Вот так. Это еще разок на ту штуку. А тут что у нас? Похоже, гриб какой-то врос в землю. Сейчас достанем его. О! Хороший белый гриб под землей рос.
Все, дождались своего часа. Вон тот и вон тот. Три богатыря. Вон какой вырос. Красавки.